драгоценное. Возможно, это не похоже, как в Америке, нет украшений. Но, дорогая церковь, это Рождество, празднование праздника Рождества в пустыне Туркана при ярком солнце. И мы радуемся, потому что к нам на это Рождество пришло более чем 250 детей, которых мы ожидали. Вместо 250 пришло более 1000. И, конечно, для нас был большой вызов, чем покормить детей, как им дать подарки. Но, слава Богу, при необходимости Бог делает какие-то чудеса. И мы могли накормить их, могли им дать по конфете. Некоторым обувь досталась, некоторым какая-то одежка. Но они были счастливы. Более того, в этот день в городе было меньше преступности, меньше воровства, потому что дети были в церкви. Церковь открыла для них двери. Вы можете стать частью этого. У нас еще много таких церквей, где более сотни детей бегают вокруг, и им нужен Бог, им нужен Иисус. Мы можем вместе с вами еще многим детям сделать праздник в этот рождественский период. Будьте с нами. Thank you.